Ребята, мой вам совет. Если вы видите, что я куда-то лечу, не летите в то место. А если вы уже там, то съебывайте. Короче, у меня непруха полная. Помните, я впервые в жизни летал в Барселону и на той улице, где гулял, теракт произошел, когда людей давили на машине. Сейчас я прилетел в Пхукет, и сегодня ночью здесь будет цунами, тайфун и вообще какой-то пиздец. Короче, если я умру, канал «Отдайте текиле», Лере, собаку, Майами сотку на телефон. Шаурму обязательно Кулику отдайте, он знает, что делать с жратвой. Потом шоу без названия и Биллу, мотоцикл Афоне. Ну, вроде все, больше ничего нет. Товарищ, я вас не подведу. Шаурма будет как надо. Не переживайте. Спасибо за оказанное доверие.